Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. В этом выпуске мы рассмотрим антипик такого героя, как Nature's Prophet, или просто говоря, Фурион. В первой доте его звали Фурион. Давайте рассмотрим, как можно законтрить данного героя. Герой славится, в первую очередь, своим пуш-потенциалом и гангерским потенциалом. То есть он может как просто летать, да, гангать, так и создавать рентов и пушить. Ну, начнем по порядку. Мы рассмотрим 4 героя, потому что выпуск не резиновый, я не могу всех рассмотреть. Но вам 4 героев хватит сполна, я думаю. Начнем с самого главного антигероя. Естественно, это Баратрум. Баратрум делает разгон и бегает по всей карте за Фурионом. Неважно, куда он сделает телепортацию, без разницы. То есть, самый топовый вариант антигероя Фуриона – Баратрум. Все очень просто. Делаем разгон, прибегаем. Даже если Фурион делает ТП, мы все равно все ему сбиваем. Дальше уже, видите, идем чисто башами. Можно ультовать и так далее. То есть, все. Но он спокойно жить не будет. Еще такой прикол есть, да? Не знаю, сейчас работает. Давайте проверим, работает. Нет, раньше работало. Когда Фурион делает ТП... О, да, видите, вы вместе с ним телепортируетесь, тоже это учтите. То есть, когда Фурион заканчивает делать телепортацию и ультует Баратрум, он телепортируется в ту точку, куда Фурион. Вот, самый лучший вариант. Идем дальше. Но благодаря чему? Во-первых, благодаря своему разгону. Здесь у нас происходит баш, также мы можем видеть по всей карте Фуриона, куда он направляется. Благодаря нашему третьему скиллу, пассивка, это тоже баши. А я думаю, Баратруму постоянно везет на баши. И наш ультимейт. Но мы убиваем Фуриона в 100% случаях. Фурион может собрать лотар, да? Тогда мы просто покупаем пыль. Любой Баратрум, если у врага есть лотар, должен покупать пыль, просветку. Ну или ем, это уже без разницы. Идем дальше. Так, давайте восстановим здоровье. Все у нас хорошо. Следующий герой — это Шторм. Невероятно геморройный враг для всех. И в том числе для Фуриона. То есть Шторм может просто влетать и ловить нашего Фуриона. Влетает, ловит. Все. То есть Фурион, грубо говоря, ничего не сделает. Даже если Фурион сделает там деревья, да, спруты, чтобы не видел Шторм его. Да все равно вообще, не, друг мой бессердечный. Не, никуда ты не полетишь. И такими темпами мы его мучим. Тоже великолепный герой Шторм. Спокойно контрит Фуриона. Идем дальше. Следующий герой — это у нас Клокверк. Тоже великолепный антигерой, который спокойно убивает Фуриона. В первую очередь, здесь немного посложнее. Если эти два героя легко делают, они просто целенаправленно, да? Один делает разбег через скилл свой первый, да? Другой через полет, но он сможет поймать Фуриона. За Клокверка немного потяжелее. Ему нужно будет попасть хуком. То есть хукшот сделать и попасть в Фурион. То есть в этот момент вокруг Фуриона не должны быть крипы. Фурион, конечно, может сделать трентов, да, они будут его защищать каким-то образом. Вот вы видите, да, здесь, конечно, будет все посложнее. Нам в идеале попадать именно в Фуриона. Но все равно, сколько раз я видел, да, когда пикали Клокверка, он спокойно контрил Фуриона. Фурион не будет всю игру бегать вокруг крипов. Он рано или поздно будет отходить от них. Например, давайте делаем ТП, ультуем, пукс, врубаем батарейки, и все, Фурион никуда не улетит. Нет, дружок, нет, диско, дискотека! Ладно, хватит танцевать, братюня. Успокойся, не хулигань. Вот вы видите, да? Клокверк спокойно контрит Фуриона благодаря своему ультимейту, первому скиллу и второму. Также можно делать просветку, если надо. Но, в принципе, смысла нет. Если вы увидели Фуриона, вы его убьете. То же самое, если Фурион покупает лотар, тоже Клокверк должен покупать пыль, просветку и так далее, гемы и тому подобное.
потому что он должен его вылавливать. И следующий вариант, да, четвертый герой, которого мы рассмотрим, это, в принципе, все инвизеры. Это Рики, потом уже когда нафармился Клинкс, да, у которого будет Орчит и тому подобное. Но Баунти Хантер может прям уже со второго уровня спокойно контрить Фуриона. Просто Фурион где-нибудь бегает, делает ТП. Так, тихо, далеко-далеко. Но мы можем сбивать ему ТП, видите, через первый скилл. Ну вот, Баунти Хантер, опять же, есть инвиз. Можем бить Фуриона, когда тот пушит лайн под инвизом, кидать метку. Бить его, бить, тот начинает убегать, делать телепортацию, мы кидаем первый скилл и добиваем его. Сейчас просто Фурион жирный, но он в любом случае будет умирать от Баунти Хантера. Это тоже хороший герой. Но он не настолько хорош, как Баратрум или Шторм, или Клокверк. Это такой, знаете, такой средненький вариант. А, смотрите, еще надо что учесть. У Фуриона есть первый скилл, он может закрываться в деревьях. Тогда сложнее будет его атаковать. Видите? Ну, для этого просто имейте при себе или танго, чтобы ломать деревья. Опа, видите, можно ломать. Не убивай его. Или топорик Wailing Blade. Тоже можно спокойно ломать деревья. Ну все. Я думаю, теперь законтрить Фуриона вам не составит труда. Вот они, четыре героя, которые спокойно его убивают. И в первую очередь это Баратрум, потом Шторм, потом Клокверк и потом какие-нибудь инвизеры типа Баунти Хантера. Пишите в комментариях, какого героя хотите увидеть в следующих видео. Я прочту и учту это. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.